Всем привет! Вы на канале Рецепты в гостях у Вани, и сегодня я покажу, как очень вкусно приготовить куриную грудку на одной сковороде с очень ароматным и вкусным соусом. Пальчики оближешь. Первое, что мне нужно, куриную грудку нарезаем небольшими кусочками по переквалокам. Ее можно подать с очень вкусным гарниром, например, рис. У меня на канале есть очень вкусный рецепт. И курицу нарезаем небольшими кусочками, чтобы получились такие полосочки. Очень важно нарезать по переквалокам, чтобы мясо получилось нежное и очень мягкое. Добавляю соль, перец по вкусу. Обязательно выкладываю на доску одним слоем, для того, чтобы можно было проконтролировать, чтобы каждый кусочек получил нужные специи. Я всегда рекомендую так делать, потому что можно увидеть, сколько соли попадает, и тогда получается равномерно. У меня сегодня соль, перец. Можно добавить любимые специи для курицы. Это уже на ваше усмотрение. А сейчас я еще добавлю очень важный ингредиент. Это крахмал. У меня сегодня кукурузный крахмал, подойдет с картофеля. Можно добавить муку, если крахмала нет. Хорошо заменяется, но лучше всего крахмал. Потому что крахмал придаст нашему соусу густоту, а курочка получится с хрустящей корочкой также. Удобнее всего курицу переложить в миску сейчас. Так будет просто удобнее перемешивать с крахмалом. Здесь очень важно не переборщить. Добавляем примерно по одной чайной ложкой и хорошо перемешиваем. Есть еще интересный момент в этом рецепте. Я всегда рекомендую курицу выложить на какую-то плоскую поверхность, потому что она сейчас немного слиплась, и когда вы будете ее выкладывать в горячее масло, первые кусочки начинают уже слишком быстро жариться, а со вторыми будете возиться, разделять их. Для этого лучше всего уже разделите. Я выкладываю на эту же доску, на которой я разделал, для того, чтобы не создавать лишней посуды. И приступим к очень простому соусу. Три основных ингредиента. Это мед, соевый соус и кунжутные семена. Я еще добавлю немного сушеного чеснока, яблочного уксуса и кунжутного масла. Это уже по желанию. Если все эти ингредиенты соединить, получается настолько вкусный соус, я уверен, вам очень понравится. Я всегда готовлю на глаз, но сегодня обязательно вам покажу, какие пропорции я использую. 1 столовая ложка кунжутных семян. Они не обжарены, сырые. Я сразу это делаю в мерной чашке, в которой буду перемешивать. Можно просто в тарелке. Примерно 1/2 столовой ложки кунжутного масла для аромата. Очень вкусно кунжутные семена с кунжутным маслом. Столовая ложка меда. И добавим соевого соуса. Соевый соус по желанию. Примерно 3 столовые ложки. Яблочный уксус здесь не помешает. Немного кислинки только придаст пикантность этому соусу. Но тоже сильно много не добавлять не нужно. Можно заменить немного рисовым уксусом. Также хорошо подходит. Ну и добавлю чесночка. Какая же курица без чеснока? И небольшую чайную ложку сушеного чеснока. Хорошо перемешаю, и этот соус готов. Вот как выглядит соус, такой должен примерно получиться. Можно всегда приготовить чуть больше, уже ориентируйтесь по количеству курицы. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла, посмотрите, у меня вот столько, на среднем огне выкладываю куриную грудку. Очень важно ее разделять, чтобы она не соединялась. Важно куриную грудку не пережаривать, но также нам нужна очень хорошая, уверенная золотистая корочка. И буквально через минутку я ее не тревожил, начинаю переворачивать. Если куриную грудку начинать сильно долго жарить, она не получится сочной. Но за счет нашей панировки и использования крахмала появляется очень вкусная корочка. Сейчас я ее быстренько переворачиваю. Я использую не антипригарную сковороду, она у меня очень уже накалилась, я немного температуру уменьшаю. Ориентируйтесь по поверхности, которую вы используете. Если это тефлоновая, может быть, температуру не нужно уменьшать, я чуть уменьшу, чтобы у меня курица сильно не подгорала. После того, как у вас появилась очень красивая золотистая корочка на курице, добавляем соус. Хорошо еще раз его перемешиваю и небольшим слоем добавляю сверху на курицу. Кстати, в этот момент очень важно уменьшить уже температуру на самый минимум, для того, чтобы произошла очень вкусная карамелизация, чтобы весь сок впитался в курицу, а не сразу выпарился. И сейчас очень важно курицу помешивать для того, чтобы она не пригорела в сковороде, потому что здесь есть мед, который очень хорошо всегда пристает к дну сковороды. Куриная грудка готовится очень быстро. Сейчас я ее помешиваю, главное не пережаривать. Проверяю готовность просто небольшим надрезом. Можно так вот ложкой посмотреть. Если курица белая, значит все готово. Но нам нужна также хорошая карамелизация, чтобы все соки сейчас впитались в мясо. Вот такая курочка у нас сегодня получилась. Посмотрите на эту красоту. Сейчас прикладываю на тарелку и украшаю зеленью. Зелень только дополнит это блюдо. Посмотрите, какая курица с такой корочкой. Очень вкусная, ароматная куриная грудка у меня сегодня получилась на сковороде. Она хорошо будет сочетаться с таким гарниром, как рис. Очень рекомендую приготовить. Особенно яблочный уксус дополняет все блюдо и хорошо комбинируется всеми ингредиентами. А для того, чтобы не пропустить таких вкусных рецептов, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем желаю хорошего настроения и здоровья. До скорых встреч. Пока.